Уважаемые коллеги, сегодня 31 декабря. Мы официально подписываем договор о сотрудничестве с Сбером и с Домкликом. Александр Сергеевич Попов, исполнительный директор Домклика, у нас лично прибыл в Тюмень. Вот. Он, конечно, прибыл не только ради нашего подписания, потому что родом из Тюмени, да. Но заодно там выделил нерабочий день, и мы сегодня проведем процедуру. Я думаю, приступим. Да, а потом пару слов скажем. Давайте подпишем. Да, давайте. Александр Сергеевич. Добрый, спасибо вам большое. Спасибо. Скажите, ваши полностью подписанные документы. Так, наверное, предлагаю пару слов сказать. Присаживайтесь, Александр Сергеевич. Коллеги, это очень технологичный договор, потому что он включает в себя и API-интеграцию, и Сбербанк ID, это идентификацию с клиентов на компании, даже с помощью всех сервисов Сбербанка, платное продвижение, большой контракт. Еще очень много интересных историй. Поэтому, да, Борисович, спасибо вам большое за наше партнерство. Я уверен, в следующем году будет еще больше интенсивности, больше технологичности. И точно компания ТЖ продолжит оставаться номер один в рейтинге топ-агентств недвижимости в России. Спасибо. Со своей стороны могу тоже поблагодарить и Сбер, и Домклик за сотрудничество. В этом году у нас рекорд в плане там объема сделок совместных. Активно мы пользовались и вашими неипотечными сервисами, и по электронной регистрации, по безопасным расчетам. Особенно это в период там, краткосрочных локдаунов помогло по многим территориям. Видим потенциал, как у вас развивается Домклик, как он набирает обороты. Для нас это важно, потому что, честно скажу, не все агрегаторы подходят так лояльно к риэлторам. Кто-то там безудержно повышает цены. Мы считаем, что это неправильно. Вот, в будущем году видим хорошие перспективы рынка, несмотря на легкое такое повышение ставок, я думаю, что все равно они в очень разумных пределах остаются. Вот, ну и всем, конечно, желаю здоровья, в новом году счастья и успехов. С наступающим Новым годом всем. Спасибо вам большое. Спасибо.